Фу, у нас продолжаются сборы вещей. Я скажу, что это очень-очень непросто. Да, Маюш? Это капец, Майя говорит. Просто капец. Артист Санта Мьюзик! Опа! Поехали! Опа! Опа-па! Опа! Поехали! Вот он, звезда! Колян, ты видел, что конкура в танцах появляется у тебя? Что скажешь? Ништяк. Но тебе нет равных? Нет. Все, поняли. В доме пипец просто, кавардачище. Долбанешься. В общем, чтобы вы понимали, мы уже почти собрались. Лёш, как у тебя сборы проходят? Пошло. Он там в тюках спрятался. О, с футболочками. Давай. В общем, собираемся как можем. Очень быстро. Сегодня уже все вещи будем складывать в контейнер. Так что надо собраться максимально. Кто это у нас? А кто это у нас тут? Ой, ой. Сырочка. Я просто... Смотрите, какие цветочки мне подарила. Знаете, зачем? Не скажу. В общем, я решила, что мне сегодня нужно съесть все, что я вижу. Она заказала себе кучу еды, была жутко голодная, но не сложилось. Кстати, это тоже она съела. Посмотрите, какую красоту мне Маюшка подарила. Вы же какая у меня замечательная подружка. Ой, красотка. У меня приветка за щекой. Ну, неважно, будешь на фоне детокса моего. На. Это, кстати, тоже я ела. И еще ела. И вот теперь вот это у меня есть. От меня уже ничего не вылезает. Я вот полулежа развалилась тут и не могу в себя впихнуть еду. Просто коротко о том, куда меня занесло. Узнаете эту игру? Кто там? Кто там? И муж мой там. Что сейчас, короче, дадим по друг другу? Короче, вы поняли, да? Мы в Counter-Strike пришли поиграть. Я с молодостью в него не играла. Вы поняли. Ой, все, я играю.